ФСБ Росії управляє тут зовнішньою розвідкою України, коли йде війна з цією Росією путіновською. Як це назвати, як не диверсія? І я, власне, розумію, що саме казання, говоріння о тим, що зрада з російським паспортом в ваших рядах, в рядах розвідки зовнішньої України, вже виглядає як диверсія, як би спровадження сомнення серед рядів військових. Але я вважаю, що ще більше зрадою і диверсією буде не казання, а замовчення цього факту. Бо ми знаємо, як загинули, були продані здані десантники, котрі летіли визволяти чи Луганськ, чи Донецьк. Знаємо Іловайськ, знаємо Дебальцево і т.д. і т.п. котли, і знаємо окруження, там, де здають наших бойців, а потім використовують їх як товар для торговлі. Раніше це робила грьобана банда Януковича, відкрито ставила міністром оборони і т.д. і т.п. людей з російськими паспортами, практично з путіновським вторим «я», утотожнення себе з розвідкою Росії. І як це назвати, як не зрада, кидання в кров, в котли? Це називається контроль, це називається гібридна війна. Що значить гібридна війна? Це регулюємая війна між продажними олігархами. Потому что нет как таковых правителей, нет как таковых президентов в Украине. Потому что война должна уже была давно закончиться. Или продолжаться, но на чужих, не на украинских территориях. А вот спросите, почему, да почему так происходит? Да потому что чмыри вонючие, для которых Украина это только карман выгребалово бабла в Испанию, в офшор. Но это уже заезженная история. Всем детям даже известно, младенцам всем известно, не родившимся даже по генам известна история. Но она что, постоянно у нас происходит, эта история. Это ж не Первая мировая война, там где российская армия царская покидала штыки и пошла нахер по домам. Поняла, что это не их война, как поет Вакарчук. Це не наша війна, так, це ж не його війна. Не він же там гине. Тобто є таке уяснення, що якщо не освобождати ці території Донбаса, то там буде вічна клоака кримінальна, із якої буде вічно сюди проістікати диверсійні банди, групи в будь-яку політику, в будь-яке все, що буде тут відбуватись. Тільки назвали це красивим словом «гібридна війна». На самом деле это позиционный договорняк. И кто более воинственный, кто более виртуозный в этом, тот в этом договорняке и диктует условия силы. А они заключаются в расстановке сил на этой военной территории. И судя из логики мнения экспертов, которые утверждают, что недоукомплектованность батальонов, боевой техники, единиц боевых, 1:2, 1:3, то есть процентно на 30%, а где и на 50% наши силы уступают российским оккупационным террористическим путиновским силам. Почему это так? Это что, получается уже не война гибридная, а гибридный договорняк и заработок на этой войне? То есть, если ты, Порошенко, хочешь здесь зарабатывать, хорошие бабки отгребать, то оккупант диктует. Ты должен прибрать свои войска, чтобы не было 50-50, а чтобы было 50-40. То есть, вы только себе представьте, на наших же исконных суверенных украинских территориях оккупант диктует, сколько, где нам выставлять сил так, чтобы был паритет, но процентно он был в соотношении в силовом в сторону оккупанта, чтобы якобы мы его вдруг, если что-то взбредет голову, нам не нарушили.
Потому что когда приходит 20 стволов на 20 стволов, то может иногда получиться чей-то выигрыш непредсказуемый. А тут поделен гибридный договорняк так, чтобы это было все предсказуемо. Да, будут погибать бойцы, да, вот такие поджигивники вот так договорились с оккупантом. Это судя по той логике, что говорят эксперты. То есть, почему недоукомплектованные батальоны, почему недоукомплектованные боевые единицы, техника, почему? Значит, это договоренка такая, значит, это вшивая договоренка. На наших же территориях вот такая гибридная мафийная клоака. То есть Минск 2, 3, блин, это все херня, это все папиры. Главное силовое соотношение сил на фронте. Оно говорит вот так, как оно говорит. Значит, это чистый договорняк. Предательство называется. То есть выходит, получается, что Путину нужно договариваться или с наступником, преемником Порошенко о том, что Крым и дальше при такой позиционной войне будет продолжаться путиновским быть. Или тогда Путин будет настолько сопротивляться, что Порошенко или его преемник, такой же лапотник и лабух ФСБшный, пропутиновский, пришел сюда в президенты и был надо всеми, чтобы не было никакой там парламентской республики, чтобы был один главный штаб, с которым можно передоговориться. А то, что бойцы будут гибнуть, естественно, барыгам это пофиг. А если барыгам пофиг, то значит пофиг и тем людям, которые выбирают этих барыг. Тогда что это за нация нахрен, что это за люди, блин, они животные какие-то, блин. Они что думают, что они до сих пор в совке выбирают первого секретаря, блин. То есть на медиах для вышиватников оно, вот эта недовласть, квазивласть кричит «Московский кайдан!». А сама эта власть у себя принимает на работу эти же ФСБшные московские путиновские кайданы, чтобы они здесь регулировали вот эту оппозиционную войну гибридную, на которой это дерьмо, на которой эти гребаные сынки этих гнид вонючих олигархических не умирают, не, они там не погибают, кровь свою они там не проливают. Потому что в их смердящей крови только позывы к наживе. И все. Они другого в этой крови ничего, никакого они там генотипа не имеют в своих смердящих клетках. Тогда почему эта гнидо-чмыротная власть нами управляет? Или народ туп до такой степени идиотически, что ее выбирает? Или он настолько немощен и чмошен, что не может эту власть контролировать и скидывать постоянно? Почему туалеты по 1 000 000 гривен здесь, в Харькове, строят в центре, вместо того, чтобы эти бабки, миллионы отправлять на увеличение сил расстановки на фронте, чтобы наконец-то отвоевать эти территории, чтобы там не было войны, не было бардака, чтобы наконец-то убрать потом эту власть, тогда, когда не будет этой войны, спокойно убрать, чтобы эта власть не пугала Путиным, что если вы меня начнете сейчас мочить, сейчас сюда начнет быстро идти с широкомасштабкой Путин. Мы практически в чем сама суть главного сатанизма и гнидности, что усваивает, внушает власть. Вот таким положением гибридным, в том, что жизнь бойцов на фронте равна лайку, грустному смайлику, и все. Дальше больше ни в что не ставится эта жизнь. Да, упомянуть, похоронить, и все. Вот во что народ уже внушен, чем он думает. Это паскудни, это биобыдло. Это просто чистый скотобойник. Это население, которое уже не способно у себя, за себя бороться. Чистый совок, даже хуже российской глубинки, потому что там хотя бы диктатор, там ядерное оружие. А тут что? Народу только нужно собраться и идти постоянно контролировать власть. Но нет, оно выбирает путь свиней. Вот это гражданское чмошное общество. То есть одни патриоты выбирают путь Сунь-Цзы, воина,
А народишко цивильный выбирает путь свиней до скотобойни ближайшего. Ну, то есть, ну, такая тема, ну да, он погибли. Ну да, грустно, лайк. А олигархи зарабатывают на нас, да, и на крови бойцов на фронте. Да, это, напевно, дизлайк. Это очень тяжелая тема. Ну, давайте переключимся на собачки, на кошечки, на котики, на что-нибудь веселое. У нас же сегодня праздник или каждый день праздник. Нужно же хорошее, позитивное настроение. Зачем думать о плохом? Вот быдло общества, суть этого чморатизма, который хочет называть себя почему-то нацией. Нацией чего? Нацией свиней, блин. Нацией стойла, которая выбирает себе путь стойла и больше ничего. Жесть, блин. Ах, ну да, ну это так тяжело, это так грустно. Давайте о чем-то позитивном, в натуре. Ах, да о чем ты там мелешь? Что-то оно такое все депрессивное у тебя. Ты, видно, хочешь вызвать у нас чувство вины, да, какое-то? Нахер оно нам надо? И вот так вот нахер надо, блин, 200-300 лет, блин. Такого быдла под сапогом, в вассальстве, в гамне, в дерьмище. Никакого уважения нет. Бойцы за них на фронте добывают им уважение. На передке, чтобы в мире было уважение. А оно такое нахрен ничего не нужно. Чмородное. В генотипе в своем, вот такое. И пусть коцапейсовское быдло на рашке себе смеется на своем вонючем, смердящем путиновском пропагандоне. О том, как Сашко Билый тягал этого смердящего продажного ворюгу-чиновника. Пусть смеется над этим гомодрическое левацкое быдло в Европе. Пусть себе смеется, это их смердячее дело. Но с Сашком Билым и с такими патриотами, как он, Лесник, Сармат, люди простые чувствовали себя защищенными, чувствовали свою гидность, хоть яктось. Так що з Сьомочкиним голови замрозвідки України з російським паспортом все відомо. Так, алло, Сьомочкин, зампупкіна, суди швидко, так, докладывай, давай, що там у нас на фронті. Ну, я прийшов, посмотрел, нам дрон сказав, що там 20 російських танків терористичних путіновських стоїть. Так, а ваших скільки там? А наших там 50 аж стоїть. О, ну йди розберись. Прийшов Сьомочкин, розібрався, сказав, так, там ніхера нікого нема. Там всього 20, тут 30, що вони тут роблять? Так, давайте половина продамо там комусь там, Індії, чи комусь щось там, оплоте. Решта поїхали там рибу глушити або ще щось. Ти дивись, який непорядок, дарма висили тут, що вони тут роблять. Проходить час, і тут пубух! Другий, третій Іловайськ. 500 або 1000, не дай Бог, жизней українців, найліпший колір нації, нема. І тоді, гоп, Сьомочки, на ковер давай, йди сюди, що це таке за фігня? Що ти там зробив таке? Що ти там накоїв? Ти диви, у нас скільки там цього, загиблих. Та я не виноват, це все дрон. Я ж казав, я ж писав, що треба покупувати було дрон за 5 мільйонів, а не за мільйон. Купили якусь фіню за мільйон. А він там нічого не показує. Там протер очки, дивлюся, там 20. А там, оказується, їх 100 було. О, йошкини. Так, Сьомочкин, йоп твою. А ну, так, знімаємо тебе. Пішов. Так, що там у тебе є? Там дача в Іспанії є там? Є, там в Мадриді 2, там, і в Лондоні, в Уельсі 4. Ну то пизду туди на ті дачі і не вилазь, бо нас всі журналюхи згноять через тебе. Давай, вали, Сьомочкин, ти вже не потрібен. Давай, наступний росіянин, давай сюди командувати, давай швидше, швидше. Як Жуков казав, давайте українців туди напередок, давайте, давайте. Тільки давайте. Оце ж отаких попитьків з путіновських, російських і ставлять в головну розвідку Україну, щоб в случае чого сразу опять начали формуватися добробати і вперед. Ну, у этих бы добробатов не было же столько техники, там дроны, которые могли бы оповещать данные
розвідки. Скільки там і там сепарів сидять, або точки пулеметні, ще які-небудь там замаскировані. І добробати йдуть і запитують у ВСУ. Ну що там, що там? А ВСУ хоп, дзвонить, що там до розвідки? А розвідка питає, а для кого то? Та то для добробатів. А, для добробатів, ну зараз ми їм дамо дані. І Сьомочкиним дані. Та там нікого нема, ідіть туди, як в Іловайськ. І добробати пішли туди, як в Іловайськ. І ніякої реакції в країні. Ви вдумайтесь в це. Друга посадова особа служби зовнішньої розвідки, пан Симочко. За інформацією журналістів, які продемонстрували російські паспорти його і всього її родини, людина, яка призначена президентом країни керувати зовнішньою розвідкою, є громадянином Російської Федерації. Хто призначав його? Путін? Янукович це робив відкрито, призначаючи міністра оборони, голову Служби безпеки російських громадян. Що відбувається далі в країні? Скільки це буде продовжуватись? Знову все для того, щоб не звільняти, а хандлювати, торгувати з окупантом. І щоб цей окупант процвітав. От для чого ставить Рошен от таких Сьомочкиних. Росіян з паспортами російськими, ізраїльськими, будь-якими. Бо їм є буде куди тікати потім. І другу установку, яку потрібно діаметрально міняти, це не давати російській пропаганді розвернутися, не давати їй нічого, щоб вона із чого-то питалась і там їм втюхувала в їх і так тупі башки, в які і так легко все влазить. А то ще плюс це. Тобто, чим Росія сильна? Тим, що вона хоче втихаря тільки бути подобною Китаю. А що це значить? Це значить, що Китаю 1, 2, 3 там, мільйона солдат своїх вообще не жалко. Це навіть не пушечне м'ясо, це ну, вообще матеріал. А в Росії все-таки як-то не так, тому що вона ж прячує могили, ці ФСБшники підривають скорі захоронення сепарські і сравнюють з землею. Те, за которыми никто, в принципе, как бы не следит, а если следят, то тем там, то один-два человека ничего не влияет. Скажут, перевезли и все, чтобы он заткнулся или завалят. Все-таки стараются укрывать, и это везде и повсеместно. Ночью хоронят и тому подобное. То есть, все-таки есть что-то, на что можно воздействовать. То есть, вместо того, чтобы кричать «Москали на ножи!» И тогда им ничего не остается делать, как поднимать вот этих москалей против, как они говорят, укрбандеревцев. А тут наоборот розголос надо делать, чморить этих матерей ихних, чмошных, потому что они уже практически не матери, не матеря, а биоинкубаторы путятинской террористической дичи, которая будет лезть куда угодно. Ясное дело, что там путятина выбирает самые отмороженные слои общества, у которых даже там и не матерей, не отцов, там еще каких-то алкоголиков, дебилов. Ну, это же выгодно воспитывать такую хрень, прослойку сообщества, чтобы ее легко было отправлять на войну. И потом бабки им не платить, потому что их похоронены как шнырей, как псов. Смердячих где-то захоронят и все. То есть нужно поднимать большую шумиху, чтобы этим чмошным даже, или на получмошным, или на четверть чмошным матерям, бессердечным биороженицам, было ну, не стыдно, хотя бы как-то общество, чтобы на них давило. Что же вы делаете, вы тупизна, ваши же дети, блин, пошли как преступники-террористы на войну. Давайте ж давайте, вы чмошны, плевать на них и тому подобное. Вы не матеря, вы там хотя бы как-то всем миром на это давить. Вместо того, чтобы кричать «Москалей на ножи!» А потом приходит цей самый москаль с российским паспортом и встает в голове головы над цими, кто кричит «Москалей на ножи!» Ну, это такие радикюлас. Ну, такая уже несумитница. Не снилось она ведь таким, блин, нормальным людям. То есть из всего... Какую тему не возьми, социально-политическую, геополитическую, внутри,
если червь чмо лоховское, то он ну никак не станет птицей, никак не взлетит над своим червячеством, над своим чморотизмом. А вот какой бы человек низко упадший в своем развитии или в генотипе не был, все равно всегда у него есть шанс, потому что этот шанс дан и закреплен печатью от Бога. Это воля, данная человеку. И чувство справедливости, то, что отличает человека от животных. То есть, крича москалив на ножи, мы тем самым перечеркиваем нахрен всю очень опасную в России работу правозащитников, которые за Украину, которые против агрессии на Украину, против оккупации Донбасса, против оккупации Крыма тотально, против инвестирования в Иран, в Сирию и тому подобное, Хамасы, Хезболы и тому подобное. То есть путятишное чмо, недоразвитое, недомужицкое, с комплексом неполноценности хочет, чтобы тысячи и тысячи, десятки и сотни тысяч, как уже на Донбассе, практически 70 тысяч погибших террористов путятинских, которые лезут и лезут. Он хочет, чтобы это было все в тайне. То есть он хочет так, чтобы миллионы россиян были, участвовали как мясо террористическое по его пердежным указаниям. Ему Перун стрельнул в голову, он пошел, напал туда-сюда, они послушно, как китаёзное мясо, пошли и выполнили, исполнили его путятинский, шизофренический, не до комплекса нормально мужицкого, долг. Против этого борются правозащитники. И если мы вот этими дебильными криками перечеркиваем работу этих правозащитников, то мы их еще больше ввергаем в правоту Путина. То есть своими тупыми недоношенными мозжечками мы провоцируем, и не просто провоцируем, а мы ввергаем себя же в войну. Вместо того, чтобы кричать, и чтобы все помогали кричать по всему миру, что русские, российские, матеря, а также их родители, папики, это производители живого пушечного мяса, как органов путинских анатомических, для его забаганок, для его желаний. Вот чего стоят эти матеря. Вот это нужно распавсюдживать по всему свиту, чтобы это гремело, чтобы им наконец-то до ихнего тупейшего, распаленного в Путина пропаганде мозжечка дошло наконец-то, хоть когда-нибудь им стало за себя стыдно, и они начали подниматься, поднимать свои совковые гребаные дупы, идти протестовать против этого, потому что они не знали, что их взрывает Путин в 90-е, в конец 90-х, начало 2000-х, в их домах, потому что пропагандон работал на путиняшевы. И поэтому то, что их Путин взрывал со своими спецслужбами, они считали, что это взрывает их Басаев, Дудаев и тому подобные борцы за независимость Ичкерии, Чечни. Так само их тупейший мозжечок и до сих пор считает, что их дети идут, причем зарабатывая бабки, воевать с укробандеровцами. А когда показывают кадры, что мы кричим на ножи, значит это им путиновская, вот эта ихняя стряпня террористическая, открывается и выражается как правдой, что они как бы якобы идут, плюс того, что зарабатывают бабки, убивая украинцев, они еще идут за правое дело, что таким не является. То есть нужно поднимать на стыд и на смех курам на весь мир, что русские, российские матеря – это живые, тупые, пропагандонские, путиновские инкубаторы для мяса пушечного путинского. То есть их как за людей представлять невозможно. И поэтому, и не только поэтому, отбирается у них не то, что там каноническое право, вот этих мразей, которые считают себя чем-то каноническим в религии, пропагандируя им пропагандон Путина, человекоубийство. Ради человекоубийства, ради гордыни, ради наживы, ради преступности, ради преступления путиновского. Но они-то считают это наоборот, потому что мы им это помогаем делать. То есть, если общество или нация моноэтническая, какая угодно, полиэтническая, позволяет себя чморить и лохотронить внутри себя, внутри своей страны,
то получается, что она настолько она безвольна, настолько она конченная, лоховская, как биомусор. Потому что этот биомусор будет выбирать таких же вождей, как и он, будет позволять чморить себя зовне, внешне, геополитически. И он уж таки песок, пес, дебильно ограниченный, стільки віків був під хазяїнов, а тут хоп, і виходить, що самому вже треба бути хазяїном. А воно не виходить, бо генотип і надалі бурлить своєю чмородністю. А у тих, у кого генотип патріотичний, у тих, який генотип уже після лінії фронту, після війни, не просто там якийсь воїнственний, а генотип боротьби, генотип патріотичності. Вони не можуть оставити свої позиції, прийти сюди на гражданку з тим самим оружием, тому що це будуть воєнні гражданки, ходити взагалі скандал на всю Європу, на весь світ. Не можуть вони прийти і своїм генотипом вигнати цю паскудну власть, яка грабить здесь на гражданки тих лохов тупих, у яких нет генотипа боротьби. Виходить круговорот постоянної лоховні. Спередка люди приходять і опять вгрюзается в привычку вот этой лоховни, которая здесь на гражданке не борется абсолютно никак. А тем более, как же бороться, когда все сейчас предвещают после Томаса страшные, братоубийственные, кровоизлиятельные войны, конфликты религиозные. Да, их чморили-чморили, они не выходили, а то вдруг пух, начнутся конфликты религиозные, как то же самое, что и на Донбассе. Дали каски, пошли, касками постучали, пришли, 3 копейки получили. Через что преференции получили ихние барыги, урки, паханы в законе, которые дали бабло этим, которые шахтерам, что шли касками при кучме рельсы стучали. И они опять в загашнике, в копанках там сидят. Но они настучали своими касками преференции Ахметову, Шмухметову и тому подобным барам в законе там у себя. То есть они не повставали, а то вдруг повстанут. Значит, это диверсия вот таких типиков зам зовнішньої служби України, у которых російські паспорта, они потворствуют, выходит этим межрелигиозным уже конфликтом. Получается, уже не народ будет протестовать против этого, а уже вот эти спецслужбы, которые будут, как и в 14 году, завозить сюда, с Белгорода, с Шмелгорода, тетушню всякую, тупых урка-идиотов, которые кричат, что Украина – это Россия и тому подобное. Выходит так, получается, что народу это нафиг не нужно, никакие протесты. Ну, бабки будут там драться между собой, детки какие-то полоумные, их будут на камеру снимать, какая-то идиотка, бабка что-то пинданула, и на всю Рашку или на всю Украину будут вот эти продажные медиа снимать, да, это, чтобы разбурховать вообще конфликт. Выходит так, получается, что это будут разбурхивать те службы зовнішньої розвідки, зам которого сейчас с российскими паспортами. По-другому это оценить невозможно. И выходит, личная охрана Порошенко имеет возможности взять, приструнить и прижать эту Кабаеву, эту Сабаеву, Собакину, эту с 60 минут пропагандонку российскую, чтобы она не тявкала, как они растявкались тут с 14 года и по день сегодняшний. Но он может устранить эту тявкающую пропагандовскую антироссийскую, прежде всего, угрозу для всей России, это же распад. Ну, Путин, угроза распада всей России, так говорят все нормальные, пронормальные россияне на Рашке. Вот они так говорят, они борются с Путиным. То есть охрана президента может ее хопаньки и приструнить, хопана, чтобы она заткнула свою поганую пасть пропагандовскую. А в обществе они не могут это сделать. Чуть не захватили Харьков, захватили Донбасс и Луганск. То есть получается, для Порошенко они это делают профессионально, правильно. А для нас всем, нате вам межрелигиозные, нате вам еще какие-либо конфликты, абы только нам бабло скирдовать, абы только еще этим лохотронщикам задержаться у власти как можно дольше. То есть не нужно понтоваться, вчитываться в Конфуцию, что он сказал, как выработать дефиницию, чтобы нащупать то, с чем мы имеем дело и куда мы идем. Прежде всего, перед всем этим нужно убрать зрадников с российскими паспортами, с путиновскими или воровскими мотивами тырить бабло. Прежде чем куда-то идти, нужно сначала избавиться от предателей. Конфуция, блядь.